для слепых. Забор какой-то. Что прячется от честных людей? Что же здесь случилось? Не случилось. Не достроили? Jesteś gwiazdą! Самый блатной номер в Польше. Блатной польский райончик. Ну, не блатной, просто новые квартиры. Ну, бросаются в глаза вот эти балконы. Не деревья стёбные. Мне вот этот дом больше всего нравится. Да. С такими штуками. С фурнитурой, с такой. Наружной. Всё, молодцы.
Блин, не получилось. Все еще в городе. Реставрацию дома просто решил заснять. Мы типа в китайской лавке какой-то а-ля Ким Лонг. Вот здесь вот очень дружелюбная девушка. Вроде даже это, прикололось от общения на русском. Я думаю, все понимает, но говорит, не говорит. Здесь готовность. Нам дали номер 56, вот мы ждем готовности, как в Авире. Ну и все. Сейчас поедем в этот. В Лодз по дороге. Давайте. В общем, у нас не имеет автобус. Ну ладно, неважно. В общем, я предлагаю подвести. Сейчас, секундочку. Финансовые итоги поездки в Варшаву, да? Угу. Бензин не учитываем. Провели мы тут день. Ночевали один раз. И сколько мы потратили? Ну как это день? Мы вчера же приехали. А утром рано. А, рано утром. Тогда придется тот городок тоже считать. А, давай, ладно. Ну можно его и посчитать. Давай. Чё, мы там поели два раза этот? Да, два раза поели. Купили и клубнику. Сколько мы потратили, два раза поели? Ну, можно просто учесть, что мы вот 100 евро разменяли. 100 евро разменяли? Да. А ты помнишь, какой курс? Нет. Ну я вот вообще не в теме, ты мне не дал. Ну, вроде как 300. Вообще хороший метод. Так а подожди, а на польской этой таможне границе тебе дали сдачу прям злотами? Евро мне дали. А. Там не считается. В общем. Ой, короче, где-то 3 за 100 евро мы где-то 300 злот купили. Из них осталось 50 и 10. 60. То есть потратили 240. Причем 131 злота отель. Из них 130, да, ушло на отель. В рублях это умножаем на 10, просто все очень удобно. То есть получили где-то 3000 рублей. Из них 1000,
300 потратили на отель, 600 рублей осталось. Итого потратили 1100. На что? А, да, так даже проще соображать. На завтрак в пусто... Как он там? Город этот. Пусто... Белосток? Белостоке. Это такой, на въезде там городок был. Завтрак в Белостоке. Килограмм клубники за 45 рублей, я даже помню. Потом что еще? Потом мы приехали, что мы делали? Ну, воду, наверное, везде покупали. Потом мы вернулись, еще там, типа, сушек съели, поехали в Варшаву. Да, в Варшаве мы кушали. Ужин в Варшаве. Ну, и снова завтрак, обед. Мы еще бесплатно на электричке прокатились туда-обратно. А, ну да, на электричке, на халяву. Ну, по факту, да, за... Получается, если без жилья, за полтора дня пребывания, ну, сейчас уже вечер второго мороженое дня. Мороженое еще купили. Во, мороженое самое было затратное, кстати. Мороженое купили в турзоне, и под одно мороженое заплатили 70 рублей. То ли это... Блин, эти стоят. Офигеть. Да правый ряд стоит, левый вообще уверенно едет. Что такое? Надо поворачивать, потому что они просто стоят. А тут еще один ряд появился. Ну, что, давайте исходить, если у нас... Получается, у нас... Что там такое? Нам направо? А нам налево еще и надо. Ё-моё. Получается, что потратили мы 2500 на полтора дня вместе с проживанием, с едой. Только бензин я не учел. Ну, бензин как бы. Ну, бензин у нас отдельно. Да, бензин у нас отдельно. Ну, все, нормально, в общем, все.